Тема моего доклада на самом деле не совсем соответствует, как я понимаю, материалу, потому что надо было бы сказать «боги», «маги», «люди» или «демоны». Потому что действительно, кто эти существа, описанные до конца, неизвестно. Когда вот Мария Завьялова обратилась по рассылке ко мне с предложением выступить, там была очень подробная и очень хорошая постановка, предположительная постановка проблемы, и в частности ссылка на Греймаса, который писал, что боги – это то, что люди сами о них говорят. Я зацепилась за эту фразу мысленно, готовя свой доклад и предлагая тему, и поняла, что древнеирландский материал, или скорее среднеирландский материал, то есть относящийся уже к IX-XII векам, как нельзя лучше иллюстрирует вот эту фразу. Эту идею, точнее, конечно. Но когда я начала уже непосредственно готовить материал доклада, который, я надеюсь, что я отчасти только уложу в отведенное время, я поняла, что на самом деле все совершенно гораздо сложнее. И что вот люди, носители некой традиции адорации божеств, на самом деле это слишком обобщенное понятие. Очень много лет назад, буквально в юности, студентка, я была в Институте мировой литературы на каком-то докладе, где говорили про народ, про фольклорную традицию. И Робинсон стала этой дамой, фамилию которой я, честно скажу, правда не помню, не просто не хочу называть, сказала, что такое народ для там, 13 века. Это, и стала называть разные социальные группы, даже этнические, клирики, противопоставленные светским, и действительно поэтому оказалось, что понятие «народ» просто не существует. То же самое было и в Ирландии. В Ирландии в данном случае мы имеем столкновение разных традиций. С одной стороны, монастыря, в который все и создавалось, и которое явилось носителем псевдоязыческой, псевдодохристианской якобы традиции языческих божеств, которым поклонялись ирландцы до прихода святого Патрика или постепенного проникновения до Патрика еще из Британии христианства, то есть в конце IV века. Ли, с другой стороны, существовало устное предание, которое распространялось же в монастыре тоже, и которое включало отчасти переломанные переработки местных преданий. Но огромную роль, огромную сыграла античная традиция. В данном случае я могу привести пример, которого в докладе у меня нет. И некоторые ирландские сюжеты просто являются пересказами отдельных фрагментов из песен Энеиды, и известно это. Но ни одной рукописи Вергилия не осталось, не дошло до нас, в отличие от других рукописей, в которых содержится, например, как бы воссозданный местный эпос. И это считается не потому, что их не было, а считается потому, что они были плохими, они были как бы непиететными. Это были плохо записанные тексты, отчасти на восковых табличках, которые многие заучивали наизусть, и заучивали, и они служили же учебными пособиями для латинского языка. Но известно, что вот как бы и Вергилий, и пересказы затем других античных сюжетов тоже в Ирландии были. Не говорю уже, конечно, про библейскую традицию. Теперь я уже, видите, предисловие лишнее, по-моему, лишние 5 минут говорю. Можно немножко отодвину, может, что ну, совсем как-то вот так вроде. Теперь, что такое, какой основное, но не единственное, источник, в котором содержатся сведения о племенах богини Дану? Это огромная книга, которая существует примерно в 7 редакциях. Книга захватов Ирландии, буквально книга взятия Ирландии. Основные редакции датируются уже сложенные XII веком, и они повествуют о том, как заселялась Ирландия постепенно от времен до потопа, и затем постепенно было несколько как бы раз завоеваний, захватов, как они называются, которые завершились приездом из Испании сыновей Миля, среди которых был вот Гайдел Глаз,
измышленный протопредок гайделов и сыновья Мели Испанского считаются предками современного населения Ирландии, то есть людьми. Но перед ними Ирландии владели островом, который так не назывался тогда, никак не назывался, племена богини Дану. И откуда они взялись, совершенно неизвестно. Но известно, что в некоторых источниках примерно уже 9 века они немного еще упоминаются. Самый первый предположительный источник, который на самом деле я в данном случае источником не считаю, это конца 7 века латинский текст «Житие святого Патрика». И когда святой Патрик, странным образом обритый и странным образом одетый, прибыл в Ирландию, то, как говорит Мирхул, составитель его жития, короли и король его придворные не поняли, с кем они имеют дело, с такими странными выглядящими людьми. И пришел к выводу, что, может быть, это люди из сидов вышли навстречу. То есть это были некие существа, которые жили в сидах. Сид – это волшебный холм. И, с другой стороны, уже, как написано в книге «Захватов» и ряде других текстов, это было место, где находились вот эти вот племена богини Дану после того, как они были не побеждены и не убиты. Полностью их убить нельзя, они бессмертны. Но вытеснены сыновьями Мели Испанского внутрь, в недра холмов и на маленькие островки вокруг Ирландии, и на островки на озерах. Но можно ли говорить, что в данном случае, если в более поздней традиции племена богини Дану отождествляются вот с этими так называемыми людьми из холмов, сидами, то изначально они из нее и выходят? На самом деле, сильно забегая вперед, я могу сказать, что я так и думаю. Но, строго говоря, это совершенно не так. Затем есть стихи IX века поэта придворного, который описывает, вот, дает их имена, но говорит, что сам я в это совершенно не верю. Очень интересным свидетельством перед книгой захватов, естественно, является глоссарий Кормака, епископа и короля одновременно Монстерского, который был убит в 908 году. Значит, глоссарий датируется примерно самым-самым началом X века. Он написан на смеси ирландского и латинского языка, и считается, что отчасти под влиянием Исидора Севильского и с его традиции был создан. Не буду рассказывать подробно там, но что он говорит? Он пишет, он называет имена вот этих вот представителей племени богини Дану и отчасти, например, называет их богами или богинями, например, рассказывая о трех божествах, символизирующих саму Ирландию, Эрью, Бадму и Фодлу. Он сопровождает рассказ ссылкой. Если хочешь знать подробнее, читай Лего книгу «Захватов Ирландии». То есть я могу предположить, что вот этот вот читай рассказ о постепенных сменах завоевания Ирландии сложился в какой-то традиции на латинском языке, опирающийся на церковное, монастырское, точнее, предание, которым было все-все смешано и перемешано. Теперь, откуда они появились и как появились племена богини Дану? На этот вопрос можно ответить двояко, потому что и понять его можно двояко. То есть либо откуда и как они прибыли в Ирландию, согласно псевдоисторической традиции, или откуда и как, зачем вообще появилась эта традиция, имеющая отчасти ученое происхождение. Но на первый вопрос, откуда они появились, согласно традиции, мы отвечаем с легкостью. Они прилетели с севера на облаках. Откуда они изначально появились? Они появились из Афин, откуда их изгнали.
из Афин они приплыли в Лохлан. Лохлан, предположительно, это север Шотландии, и название появилось довольно поздно, когда там уже были базы викингов. Там не было письменной традиции, поэтому некое такое мистическое место. Но это север, и вот оттуда они прилетели. Я про уфологию здесь ничего не говорю, хотя некоторые есть люди, которые вот такой ход делают, естественно. Это были существа, сейчас другого слова не могу сказать, которые были носителями магии. И говорится, что они учились магии в каких-то северных городах. Филиас, Гориас и Мориас. Естественно, это придуманные откуда-то неизвестно названия. Они привезли с собой чудесные разные предметы, не буду о них, но самое главное, они привнесли магию, которую, как ни странно, до этого население Ирландии совершенно не знало. Прибыв в Ирландию, они, естественно, нашли там другое племя, так называемое племя Фирбулг, которое считается, что это были исторические переселенцы из Бельгии, современной Бельгии, это население, о которых еще Цезарь действительно писал, что часть населения, часть народов белгов переправилась в Британию, чтобы грабить местное население, что тоже, в общем, показательно. Почему показательно? Потому что, уже забегая вперед, а мне все время хочется бежать вперед, потому что здесь я часть уже в душе-то прошла. Археология, палеоантропология дает нам достаточно свидетельств того, что Британские острова и Ирландия в частности были действительно, начиная с мезолита, представляли собой арену разных слоев населения. И предположительно, за племенами богини Дану, кроме общего желания показать, что была некая традиция, существуют отголоски, тень предания о существовании догайдельской какой-то расы, совершенно несомненно. Кем они были в данном случае, я не буду говорить, это вопрос особый. Теперь, как пишут о племенах богини Дану, например, в книге братьев Рисов, ученые люди, которые в средние века записывали предания Древней Ирландии, затруднялись, как им рассматривать племена богини, как людей, демонов или падших богов. Действительно, возвращаясь к псевдоистории острова, мы должны будем задать себе какой-то наивный вопрос. Есть ли племена богини Дану, прибывшие на облаках, обучившие друидизму, они могли скорее представать как жрецы неких языческих богов, но не богами как таковыми? Но в данном случае встает вопрос и еще другой. А если гайделы, сыновья Миля испанского, прибыли из Испании, то они были, естественно, тоже носителями какой-то дохристианской традиции. Более того, в книге «Захватов Ирландии» есть такой маленький фрагментик, который на меня произвел очень большое впечатление. Там описывается сцена встречи сыновей Миля с тремя женщинами, которые олицетворяют остров – Банба, Фодла и Эриу. Каждая из богинь одними и теми же формульными словами просит новых переселенцев сохранить для острова ее имя, которое, как я уже говорила, до этого Ирландия имени не имела. И поскольку Ирью обращается к ним более торжественно и говорит им: «Прекрасно ваше племя, и к востоку и западу от земли не найти лучшего, да пребудет навеки ваше племя главным в Ирландии», и их поэт Аморген говорит: «Вот твое имя будет Прифаном, первым именем Ирландии», его старший брат Дун, который потом впоследствии погиб и стал покровителем царства мертвых, кстати, человек, прибывший из Испании, а не бог, он говорит, обращаясь к этой Эрию: «Не тебя нам надо за это благодарить, но наших богов и нашу собственную силу.
На что вот она его проклинает и говорит, тебе до этого нет дела, потому что твои потомки не останутся здесь жить, и действительно вскоре он погибает. Спрашивается, естественно, у гайделов, протогайделов были какие-то свои божества. Но где они? Мы не знаем ни одного имени этих гайделских протобогов. Существует традиция, которая еще в начале 20 века была, что формула «клянусь богами, которыми клянется мой народ», часто очень встречающаяся в сагах в основном эпических таких улоцкого цикла, это вот отсылка к данной традиции. Но существуют и другие, то есть вот к упоминанию вот этих вот табуированных имен богов. Но существует другая традиция, которая говорит, что это просто переводы неких таких библейских формул, и на самом деле за этим, собственно говоря, ничего не стоит. Теперь, что я слишком много всего рассказываю, какие были традиции, идеи возникновения уже, ниоткуда они приплыли и как они появились, а в ученой, ну, в исследовательской традиции. Издатель книги «Захватов» МакАлистер в 1945 году писал, с моей точки зрения совершенно неправильно, что источником является Теогония Гесиода, где все подробно было вот пересказано, и что Теогония Гесиода в каких-то пересказах, наверное, бытовала в ирландской традиции. Это вопрос очень-очень спорный, потому что, да, существуют некоторые такие сюжеты, например, миф об Одиссее, который существует в ирландских нескольких пересказах и, между прочим, и валийских тоже, при том, что в отличие от взятия Трои Дореса Фригийского, которую все знали и в Европе все пересказывали, и который существовал в прозаической такой самой или латинском, об Одиссее такого не было, но при этом, видимо, это ходило как устный текст. Я про Трою не случайно стала говорить, потому что ирландская, это самый ранний памятник, между прочим, в медиевистике, когда говорят про переложение античных сюжетов, про Трою, здесь книга «Грабарь Пасака» и английские книги про это, про все забывают, что уже в IX веке сага «Взятие Трои», «Тогл Тры», как она называлась, существовала. Там начинается она именно с пересказа, в общем, сюжета Теогонии, но поскольку имена богов латинские, то совершенно очевидно, что источником как бы знания об античной традиции, в ирландской ученой традиции, была, конечно, латинский язык, а не греческий, и греческого вряд ли кто-то в тот момент мог знать. Теперь, с другой стороны, существует традиция, продолжающая вот идею возникновения, и автором ее в основном является такой Ким Маккон, который, ну, не автором, а выразителем вот этих идей. Он считает, что «туата де» – это перевод латинского «плебис деи» – «народ Божий», и что в данном случае источником послужили предания ветхозаветные, о странствовании евреев и обретении ими Родины. И поэтому идет речь о том, что вот эти «туатаде», а слово «данан» было придумано позднее, и таким образом слился этноним «думнонии», которые действительно занимали южные территории Мунстера, и просто случайно каким-то образом слились. Но представить себе, что это было на самом деле, как бы невозможно. Противовес этому находятся такие традиции евгемеристические, которые считают, что, как я уже успела сообщить, что действительно много волн завоеваний дает нам археология, что племена богини Дану были всего лишь как бы племенем, представлявшим собой людей, но людей других, которые жили в Ирландии действительно до появления там кельтов или протогайделов. И в принципе теоретически, ну,
можно представить себе это. Если мы обратимся не к книге захватов Ирландии, а к упоминанию племен богини Дана в других источниках, в основном в эпической традиции, то мы действительно очень много подобного найдем, потому что отношения между людьми, строго говоря, представителями племен богини Дану, всегда враждебные. В ряде случаев они как бы находятся в состоянии дурного мира, но в любую минуту коварства и какие-то неактивные уже, естественно, битвы, но желание сделать плохо, я не буду рассказывать подробно, со стороны племен богини Дану есть. Это во-первых. Во-вторых, никакой идеи креативности того, что племена богини Дану создали, что бы то ни было, нет. Креативный миф кельтский исчез навсегда, и действительно мы никогда не узнаем, как они представляли себе ни континентальные кельты, ни островные, создание мира, создание человека, природы и так далее. Племена богини локализуются только, как и их предшественники, надо сказать, тоже, на создании каких-то отдельных небольших дорог, рек, холмов. Но на самом деле в данном случае идет речь просто о желании объяснить, ну, то, как Ирландия стала какой, вот такой, какой она была сейчас. Теперь, я уже говорю довольно долго, поэтому, наверное, должна резюмировать. Гайделы, когда оказались на острове, столкнулись, насколько я это понимаю, и вот это мой основной вывод, не только с каким-то местным населением, о котором мы действительно никогда ничего не узнаем и этнически его не сможем атрибуировать. Но они столкнулись с опустевшими мегалитами, которых действительно было очень много. Построены они были не гайделами, не индоевропейцами, а вот этой действительно загадочной расой. Но местные, когда ирландцы стали осваивать это местные, эти вот памятники, то немедленно появилось огромное количество преданий о том, что внутри они заселены богами. И вот эти дома богов, жилища богов, были таким образом как-то и воссозданы. Более того, существует традиция волшебных холмов. Она существует и сейчас. Эти волшебные холмы, в которых якобы живут силы, вот и действительно ими и заселены. Но некоторые волшебные холмы в 20 веке археологи начали вскрывать, и вот один из этих холмов оказался знаменитым храмом Нью-Грэндж, который самое древнее строение на территории Европы. Это солярный храм, и он внутри камера. Из нее идет узкий коридор, направленный на луч восходящего солнца в день зимнего солнцестояния. И этот луч освещает ярким светом эту камеру. Конечно, я сама никогда там не была, это туда очень трудно попасть. Но говорят, что, пишут точнее, что когда этот храм строился, то не 18 минут, как сейчас, а почти час все было как бы залито этим светом. И это совершенно очевидно. Другие холмы тоже вскрывались, и это все были такие мегалитические сооружения. Некоторые холмы, надо сказать, не вскрыты до сих пор, и что там находится, это точно неизвестно, а некоторые дают очень странные результаты, про которые я говорить не буду. Таким образом, что мы имеем? Опять же, значит, резюмируя, я скажу, что традиция племен богини Дану, которые, еще раз повторяю, не обладают ни адорацией, ни за ними как бы не числится никаких креативных актов, были, безусловно, созданы изначально как устное монастырское предание, и отдельные фрагменты были затем записаны на латинском языке. Затем все это было ирландизировано и слилось уже с фольклорным преданием, в котором потребность была для того, чтобы воссоздать неких дохристианских богов, которые якобы были.
Теперь скажу другое. Когда занимаешься какой-то вот локальной традицией, то кажется, что там что-то совершенно есть необыкновенное. Но если выходишь за ее рамки, а мне кажется, в данном случае было бы очень перспективно, это слово очень любил, кстати, один из моих учителей, очень рано ушедших, Виктор Павлович Калыгин, он умер в 2004 году, а в 2006 году посмертно удалось нам издать по его материалам словарь кельтских теонимов, который, в общем, существует, но для западной традиции он, к сожалению, прошел незамеченным. Он вот, наверное, с интересом слушал бы мой доклад, могу сказать. Он и говорил, что что-то перспективное. Так вот, я считаю перспективным в данном случае выход за пределы традиции собственной ирландской и нахождение вот таких дивьих людей, людей, живущих в лесах, населения холмов, рек, озер и морей, и посмотреть, как там это описывается. И нет ли таким образом, то есть в данном случае идет речь не о деградации богов языческих в представителей низшей мифологии, но естественных представителей какой-то существующей всегда в народных суевериях сумеречной зоны, и затем на базе этих людей построение псевдоязыческого пантеона. Не связаны ли эти племена с рекой Дунай? Да, то есть не только Дунай, но и Дон. Это сочетание Дона для обозначения влаги, воды, конечно, безусловно. Кроме того, об этом пишет и Рисы в своей книге. Это книга 61-го года, классическое издание, которое «Кельтское наследие». Оно есть по-русски тоже, вышло в издательстве «Энигма». Ну и на многие языки оно переведено. Он есть некий Дон, который был прародитель уже в Британии расы царей, как бы бритских. Безусловно, это связано. Не могли бы в двух словах рассказать вот об этих холмах? Вы сказали, что какие-то очень странные результаты, о которых вы не будете рассказывать. С одной стороны, это мегалитические сооружения, в которые просто имеют характер погребальный некоторые. Другие имеют характер, безусловно, солярный. То есть не солярный, а как бы астрономический в широком смысле. Если мы представим себе Нью-Грэндж, о котором я уже говорила, он находится на самом востоке острова. Через всю Ирландию проходит геологический шов, где одна плита находила на другую. Там действительно эта геологическая линия делит остров пополам на северную и южную половину. И на этой острове, ну, то есть на этом вот шве, ничто не растет. И там нету ни холмов, это некая действительно сложившаяся природой прямая, на одной конце которой находится Нью-Грэндж, на совершенно противоположной стороне, уже на острове, на Аранских островах, если так провести, находится храм, но он тоже, он был легко раскрыт, он почти не закрывался, который называется Дунэнгуса. Это храм, которое сооружение, направленное резко на запад, наоборот. И там можно видеть заходящее солнце. И он, некоторые считают, что он имел такие, как крепость служил, но кому он мог быть крепостью, это маленькая площадка. Там я была, действительно, ну, и Нью-Грэндж тоже, это очень интересное место, и люди, которые там стоят, действительно начинают что-то вот ощущать, какую-то вибрацию воздуха. Но я думаю, что, безусловно, за этим совершенно ничего не стоит мистического, это просто некие действительно геологические аномалии, которые известны. И эти храмы, они построены были еще до Нэнгуса, построен, кстати, был уже предположительно гайделами. Но очень самое странное – это было вскрытие волшебного холма, в котором предположительно находились воины Уладов, как бы, ну, легенда, что в холме спят вот погибшие. Долгое время почему-то сами ирландцы не хотели это открывать, но очень яркий человек, американец, который сейчас уже много лет живет в Северной Ирландии, Джеймс Мэлори, настоял на раскопках.
И холм Эмайнмахи был раскрыт. Еще когда я училась в университете, у нас в курсе средневековой литературы говорили, что аэрофотосъемка говорит, что там что-то есть, что под этим холмом есть какие-то сооружения, наверное, действительно, вот древняя крепость какого-то народа. Но потом, в 80-е годы, были проведены раскопки, и оказалось, что в первом веке нашей эры, примерно, как он это датирует, то есть это были уже гайделы, было сделано довольно странное сооружение. Много, очень много поставлено высоких столбов. А между ними были уложены круглые небольшие камни, которые эти столбы удерживали. Затем все и хворост валежник, эта постройка была сожжена с тем, чтобы на месте выгоревших столбов остались такие вот проходы прогоревшие, а камни как бы оставались там, где они были. И затем сверху это было все очень тщательно покрыто дерном и тоже потом засыпано еще дополнительной землей. И природа потом сделала свое дело, на это начали наслаиваться уже и другие. Теперь, что за этим стояло? Уже это были гайдельские какие-то культы, совершенно неизвестно. Но Мэлори предполагает, что это была действительно столица Уладов, которая таким образом была перенесена в вечное существование. С тем, чтобы вот обеспечить себе некий локус для иного мира, которого реально в умах людей первого века не было.